Сегодня у нас утро, 17 сентября 2020 год. Утро, ну как утро уже, без 15:11. Уже ближе. Вот. День уже, можно сказать. И вот мы тут пока вот втроем вот начали. Вот два брата и сестра картошку копать. В этом году картошки немного. Потому что почти до августа месяца было мало дождей. Было, но очень мало. И такие они не очень сильные были. Потом уже дожди пошли в августе месяце, а что она уже сформировалась, картошка. И плюс жук колорадский поел хорошо ботву. То есть не дал хорошо картошке вырасти. Хотя собирались, старались, но все равно сорняк плюс еще тоже что-то вытянул, на себя взял. Вот сестра за двоими успевает. Сразу видно, что трудится на земле. Не за компьютером сидит. Это точно. Да, Оля? Да? Я сразу видно, что ты на земле трудишь, а не за компьютером сидишь целыми днями. Да, мне вот тяжело это самое. Че? Оторваться от земли и сесть возле компьютера, но я вот прям борюсь с этим. Да? Да, на молитву прям по часам. Бросаю все, иду на молитву. Ну тебе надо это, смартфон такой. Так, у меня есть телефон, который звонит, говорит, что, ну, когда... А интернета нету там, да? Есть. Есть? Ну, ты могла бы так во время работы раз помолилась, не заходя домой даже. Ну, это через WhatsApp делается, наверное. А, через Skype. Через Skype. Вот, а чем я сейчас был занят, сейчас тоже покажу свою работу. Ищем картошку опускать. Я уже в этом году погреб где-то недельки за полторы, наверное, прожигал. Что я для этого делаю? Вот у нас здесь яма, сейчас покажу ее. Вот она сейчас дымит вовсю. То есть я туда спускаюсь. Там у нас кирпичная кладка, внутри обложена. Сверху плиты лежат, или плита ли одна. Вот она. Ядовитый запах такой. То есть если человек туда спустится, он может задохнуться сразу. Вот. Запах идет горелой шерсти овечьей. Это тот запах, который посоветовала матушка Людмила у отца Якима, батюшки нашего, его матушка. Именно так она говорит, я прожигаю, нет никаких ни крыс, ни насекомых потом, ни мышей. Но надо прожечь хорошенько, конечно. Вот здесь вот у нас отдушина. Здесь вот я даже немножко призатнул, чтобы поменьше выветривался, чтобы подольше там дым сохранился. Что я делаю там в углу этой кладки на земле, там земляной у нас пол, разжигаю в виде костерка. Все, разгорятся дрова, я туда шерсть кладу, и вот она потом горит, так дымит. То есть и безопасно с одной стороны, и в то же время результат хороший. Второй раз уже это делал в этом году. Вот сейчас вот копаем картошку, это значит, мы ее будем спускать, и, скорее всего, даже в этот день будем спускать. Часть мы оставляем. Это на отъезд. В октябре месяце мы уезжаем. Вот я приехал на своем мотоблоке. Буду подвозить на нем. Раньше мы все вручную делали. Вот, а сейчас, раз такая техника появилась, почему бы не воспользоваться. Вот приготовили ведра для того, чтобы собирать картошку. Даже вот еще тележку взяли. Кто-то будет на тележке подвозить. Лопаты. И двое вилы, братья, вилами копают. Сейчас земля немножко влажноватая, потому что вчера дождь прошел. Вот даже видно, что земля такая сыроватая. Она сейчас только начала сверху подсыхать. Вот, и потом это. Вилами легче копать. На лопату налипает. Хотя я предпочитаю лично вот лопатой копать. Вот какая красота. Господь как премудро все сделал. Что глаза радуются. Радуется и зелени, когда весна наступает. И осень тоже радует. Вот этот цвет такой желтенький. Осинки красные становятся. То есть у Господа много красок. Как есть такое стихотворение, пишутся прекрасные пейзажи. Вот как раз об этом речь и идет. Вон как раз наши едут. Сейчас спросим у них, чем они там заняты были. Там вот КамАЗ пошел, видимо, у Игоря Барбаша зерно загрузил с прицепом.
уехали они. Это вот брат Николай с Москвы. Старается себя в физической форме держать. Бежит рядом. Налево. Так, отдали письмо. Пойдет. Сейчас там остался Вячеслав, допишет. Сразу в митрополию и патриархию. Ну все, брат, можешь разгружаться. Значит, и тяжело будет с рюкзаком. Если только ты, конечно, не решил себя утомить еще больше. Все, уходим. Сюда поставить можно? Да, да, поставь, поставь. Уходим. Я перебор-то где-то оставить можно здесь? Да, пожалуйста. Ну, то есть вы как раз сейчас можете заменить. Ты картошку копал раньше? Да. Копал, да, значит. Да, но. Вы их тогда меняете, а они будут выбирать. Да. Они да. Копают сейчас. Я видел, мои где? А вот там у них. Вот лопаты. Вячеслав остался, сейчас придет. Ага. Ну вон тот Николай, наверное, может. Давай. А ты давай, я это делаю, что надо. Ему лопату там дай. Че? Собирать? Да, нет, не собирать, в этом. Копать? Конечно, выкапывай. Лопатку возьми там, там в ведре где-то. И все это. В этом... Там лопату. Не, не, тут... Он возьмет. А что тут, смотри. Давай. Лопату бери тогда, ладно. В этом году, раз дождей было мало, картошки мало в этом году. Ну, ничего не сделаешь, сколько есть. Ну, конечно. От площади зависит. Почему от площади-то? Мало, смотри, мало. Посчитай сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь картофелин. Угу. Но это не везде еще так. Еще себе... Мало. Все вам мало. А колорадскому жуку хватило. Колорадскому. Вот что был сытый. Вот 3-литровой бутылки в день собирали. Вот да, это точно. Так. Он был жирный, упитанный. Вот на него смотри, как он делает. Я схожу дальше. Вот отсюда вот. А вил нет, да? Нету, только двое. Они есть, но они без черенка у нас. Его. Он старший. Сергей Павлович, ты старший. Не, не. Давай, Сергей Павлович, инструктируй. Вот, вот где он начал копать. Вот ты отсюда начинай и туда пошел, в ту сторону. То есть он идет туда, а ты туда. Это главное вообще. Это значит все хорошо с землей. Червяки есть, все будет, значит. Да, червяки, да, это. С чем их можно сравнить-то? Чем они один. Ну они, да, они же землю обрабатывают. Не, нет, ты там. Все подряд не копай, только где эти есть. Вот эти вот. Uh-huh. Вот эти гнезда. Все подряд не надо. Сразу засадить еще чуть. Все, 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 а дальше. А на глубину дальше. На какую вообще? Вот так сверху? Да, да, на лопату все идет. Нет, почему? На лопату грузи. Мы же садили в землю. А потом сверху нагребали. Да, вижу. Значит, нужно что? Были, немножко подальше. Были, да. Смотри, еще я тебе скажу. Подожди. Смотри. Ты вот так подальше отступаешь, идеально. Вот. Подальше отступаешь, проделываешь. А потом, когда ты углубил, туда вдаль уводишь, вот так, и немножко вот так вот делаешь. Как бы веешь. Ну, я смотрю, тут немного на одном кусте, да? Да, немного, да. Угу. О, способный ученик. Вот здесь вот посмотри еще. Николай. Угу. Вот он. Там ботву просто это. До конца доели. Жук. Здесь? Ну да. Вот он,
Ее видно, но видишь, она только короткая очень. Ага, вот. Наколол все равно. Наколол. Ну это бывает. Значит, хорошо растет, раз наколол. Во все стороны. Да. Ну ладно. На этом я заканчиваю. Надо идти тоже трудиться, а то за какого-нибудь паразита посчитают. На хлебника. Слава Богу за все. Аллилуйя.